отдыхая на Лукоморье, тут я нашел, блядь, русалку, она висела на ветвях, но перебралась в лагерь. Я Петян, и это мое шоу. Всем привет, я в Тетрадзе. Это Вероника. Вероника танцует тектоник за деньги. Вероника танцует тектоник. За айфон. Ну давай. Уже нет. Вероника, повторяй за мной. Вот так, надо потом глаз, а потом уже голос. Вероника, сколько лет вы занимаетесь танцами? А ты взял микрофон? Да. О, заебись. С вами будем брать интервью, как танцевать тектоник. Какие три вещи самое главное взять в лагерь? Бич. Еще. Водка. Еще. И сигареты. Все правильно? Но мы этого не берем, потому что мы кто? ЗОЖ. Правильно. Всем привет, дорогие друзья, с вами шоу Петрона. А, какой там шоу? Петяна? Петяна? Что, шоу Петяна, короче? Ну так вот, короче. Батыр злой. Почему злой? Потому что ты приехал. Я его сейчас печенька с Петей подарил. О, это было больно, наверное, да? Кто снимал-то? Замедь действие фастом. Так, если Вероника там, если она целится туда. Headshot! Итак, это шоу Ксюшана. Мы с вами будем ходить по корпусу. Итак, Айдар, шоу. Итак, мне подарили классную закладку. Это моя... Айдар! Пойдем Батыру писать. Это не бумажка. Сложи письку. Для шоу, пожалуйста. Нет, ты прославишь. Это для шоу Ксюшана. Нет, ты прославишь. Я убью тебя. Ты прославишь. Нет, я убью тебя. Ты прославишь. Нет, я убью тебя. Снимаем шоу Ксюшана. Конечно, будешь. Открывай. Прихожу, мне везде дают еду. Давай, открывай. Так. Если вы хотите пистесса, приходите к Ксении Швидько. Ксения найдет вам пистесс. Просто правда. Пистесс. Умц, 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 бэйби. Умц, умц, умц. Умц, 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 бэйби. Умц, умц, умц. Что вы можете сказать о Салихе? Салих! Мы тебя не знаем! Прадеды вы ебали. У тебя мягкая попа, Салих. Нет, он Салик сломал мои очки, он сказал то, что попугай хотел кушать, он его хотел покормить, и он умер. Кстати, у нас траур. Мне не нравится мое шоу. Шоу Петяна лучшее. Петян, ты лучший. За тебя, брат. 5 минут. 5 минут. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы находимся на чемпионате мира по игре в мафию. Здесь представлены игроки из разных стран. Монголия. Она знает только одно слово. Гейландия, Артурландия, Турция, Монголия, еще один представитель Монголии, дайте руку. Спасибо. Да, спасибо. Турция, опять же, тут много турков, очень много. Продают здесь китайскую обувь, вчера купил. Вот, красивая, наверное. Вот. Вот здесь объясняет первые правила, и сейчас начнется игра. Игра на 7 бичей, это очень дорогостоящая игра. У кого-то не выдерживают нервы, они уходят. Кого-то не принимают в игру, даже иммигрантов не принимают, потому что, как вы понимаете, у нас страна единая. А, вот. И начнется бой. Бой не на жизнь, а на смерть. Просыпается мафия. Игра очень жесткая. Все потеют. Так. Давайте посмотрим.
Ну. Это танцор. А, как давно вы танцуете тектоник? Окей, спасибо. А, она когда спит, не говорит, спасибо. Понимаете? Просыпается доктор. Давайте возьмем интервью о производителе игры. Спасибо. Дама Пик. Все, поняла. Спасибо. Спасибо.